Утро. Утро в болгарском селе. Друзья, это тишина. Это просто тишина. Кроме пения птиц, вы не слышите ничего. Да. Нет, но в 5 часов и петухи поют. Наша Скалска, красота, наши горы. Вид из окна. Вид с участка. Смотрите, какое небо. Самолеты. Тишина. О, бамба. Бамба. И бамба уже. Ну, бамба давно проснулась. Бамбуля. Бамбочка. Тися, бака хорошая. Да, 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 да. Вон, друзья, это еще утро, а вечером и ночью здесь вообще тишина. Осень. Класс. Что, бамбуля? Ну что, собачка? Что ты хочешь? Что ты хочешь, собака? Бамба? Кто ищет спокойствие, кто не ищет какие-то тусовки. Хотя и тусовки здесь найти можно. Сел на машину и поехал. 15 минут до Габрова, 4,5 часа до Бухареста, 11 часов до Будапешта, до Турции, до Хорватии, до Греции, до Северной Македонии. Сел за руль, повернул ключ, положил в карман наш паспорт и спокойно поехал, куда он хочет. Все просто, все очень просто. Это свобода. Это свобода, друзья. Никаких проблем. Вам не нужны какие-то документы. Паспорт в карман. Карточку. Евро. Вперед. Вот так мы встречаем каждое утро в болгарском селе. В тишине. Спокойно. Без лахаться. Как у нас говорят, никакого лахаться, кофе, ну, пока вот так, но скоро будет парк, и скоро и здесь будем сидеть еще чаще. Кошки наши где-то бегают, не знаю, сейчас на зов корма нарисуются, как только в мисочке пошебуршит еда. Так что, друзья, приезжайте. Болгария всем рада. Особенно обеспеченным пенсионерам. Она очень рада пенсионерам израильским. Ну, у нас пока ремонтик еще. Надо все подубирать. И это придет. Вот наша красавица нас радует. Так что... Welcome to Bulgaria. Бухим обоим. Добре дошли.